Раз в году главная площадь Смоленская становится своеобразным холстом. Тема 11-го традиционного конкурса детского рисунка на асфальте – «Моя любимая сказка». Светлый мир детской фантазии, из которого, как утверждал Шарль Перро, всего один шаг в настоящую жизнь. Строгое жюри просмотрело и обсудило все ребячьи рисунки. Первая премия присуждена пятикласснице Оле Пантелеевой. Вторая – Тане Табачник, тоже ученица 5 класса. Третья – четвероклассница Наташа Лапинус. Приз самой юной участницы конкурса получила 3-летняя Вика Гладышева.